Послушай, что ты сразу берешь хватать? Не так просто, как я думал. Нечего сказать, скилл растет. Георгий Александрович, мы сегодня с тобой как инь и янь. Как Сандра и Балок. Как Арнольд и Шварценеггер. Да! И сегодня мы собрались, чтобы испытать качественный инструмент гаража Tools, потому что грядет шиномонтажный сезон. Да. А ты когда-нибудь занимался шиномонтажом? Ну, менял когда-нибудь колеса? Да. И как тебе? По-разному бывало. Вот недавно прям очень совсем печально. Машина падала за МКРАТы? Да. Вот. Чтобы этого не происходило, надо четко соблюдать мануал и пользоваться профессиональным инструментом. Давай попробуем. Бери ключ, отворачивай колесо. Давай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Стой, Тарас Сергеевич, что ты делаешь? Да сейчас твоя клизма возьмет и уедет прямо в помойку. И чего? На ручник надо поставить. Ручной тормоз для кого придуман? Ручной-стояночный. А, я понял. Можно? Да. Тепло ли тебе девица? Ну, я почти уже согрелся. Смотри, красивый, блестящий. Хорошо тебе. 1017 ньютонов на секундочку. Головка специальная на 19. Для литых дисков крашеных, чтобы не испортить покрытие. Пластиковая обойма и, кстати, усиленная. Я, в принципе, могу на это долго смотреть. Может быть, дашь попользоваться, а? Пожалуйста, мой герой. Спасибо. Стой, стой, стой! Шиномонтажник формы Вадим, ты что делаешь? Я как откручивал колесо. Ты сейчас остальные три гайки отвернешь, и колесо отпадет вместе с машиной. Ты что? А, домкрат. Да, конечно. Домкрат. Специально для тебя у меня есть домкрат Гарвин. Любой другой домкрат вошел бы в твои ржавые пороги, как нож в масло. А у этого трехтонника большой резиновый пятак. Большая площадь соприкосновения и никак не пострадают антикоррозийные покрытия. Так подкатывай. Нет, ты сегодня шиномонтажник. А? Ты подкатывай. Ну ладно. А? А? А как же Б? А. Безопасность. А, вот так. Окей. Послушай, что ты сразу берешь хватать? Профессионалы после того, как поднимут автомобиль, обязательно должны его зафиксировать. Потому что, несмотря ни на что, даже что домкрат трехтонный, мощный, надежный, но все равно. А там сейчас внутри гидравлическое усилие, а нам необходимо зафиксировать механикой. Это профессионально и правильно. Действуй. Вау! Тормозные суппорта Hello Kitty. Хорошо, что Тарас Сергеевич не работает в шиномонтаже. Многие бы неправильно поняли. А вы что думаете? Напишите комментарий. Стой, 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 Тарас Сергеевич. Чего? Что ты делаешь? Дай сюда. Ну послушай, ну тебе что, совсем твоя машина надоела? Что? Во-первых, начнем с того, что обязательно гайки колесные наживляются руками для того, чтобы не сорвать резьбу. Тем более, ты здесь поставил гайковерт на четверку, да, на самое мощное. А здесь 1017 ньютонов. Ты как стрельнешь, и у тебя вся резьба намотается на гайку. Или наоборот, резьба на гайке намотается на шпильку. Поэтому наживляются руками. Ага. Дальше аккуратненько переставляем на заворот на единичку. Наживляем. И только после этого уже затягиваем динамометрическим ключом. Ну ты чё? А. Да я-то чё? Чё? Откуда я знаю-то все эти ваши? Ты сколько уже вообще? У тебя перчатки, гараж, Tools. О, притянулось.
Итак, все остальные. Ну, вообще, конечно же, сначала надо было все наживить, а потом уже. Ну, это Тарас Сергеевич, поэтому это нормально. Хорошо, что первая скорость на ГК-верте, она достаточно такая нежная и не повредит резьбу. Друзья, специальный динамометрический ключ для шиномонтажа. Чем удобно? Предустановленное усилие 120 ньютонов. То есть нет необходимости выкручивать ручку и выставлять ньютоны, которые вам нужны. Все очень просто. Либо затянуть, либо отпустить. Удобно это и четко. Давайте все-таки продлим жизнь вашему автомобилю Mitsubishi надежный и затянем динамометрическим ключом с нужным усилием. Пожалуйста. Спасибо. Так, заключение есть. И, кстати говоря, специальной головкой. До щелчка. Пойду тогда в септину. Давай. Сколько давления? 2,2. Нечего сказать, скилл растет. Несмотря на то, что видео получилось в большей степени юмористическое, соль этого видео такова, что доверяйте свои машины только профессионалам. А профессионалы пользуются инструментом Garage Tools. Да, качественным и профессиональным инструментом. Подписывайтесь на канал Garage Tools, ставьте лайки и обязательно комментируйте. Все ссылки на инструмент в описании.